спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В субботу в Самарской области пасмурно и облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 14 градусов. Ночью 7-9, выше 0. Ветер восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках. Днем плюс 14 градусов, ночью 9, выше 0. Восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 13, ночью плюс 8 градусов, ветер восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 12 градусов, ночью 8 с плюсом и небольшой дождь. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 58%, геомагнитное поле неустойчивое, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.